жителям канала Уральская усадьба привет. Сегодня у нас 10 июня 2017 года. Построили мы навес закрытого типа, называется. Шириной 1,40 м, высотой 1,40 м, длиной 2,5 м. Все это дело стоит на деревянном основании. С одного торца есть мини-дверь. Внутри кто-то живет. Каркас сделан из трубы 20 на 20. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Также сделана боковая фрамуга. Для проветривания. Вот, получилась такая мини-теплица. Если не ошибаюсь, здесь будет стоять генератор. Проветривание, чтобы отводились газы выхлопные, а сам навес, чтобы не капало, не мочило генератор. Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока!